Приглашение для маленьких зрителей традиционно пришло из Государственного театра драмы и комедии. Сразу 4 спектакля на выбор. Деткам на этой неделе мы покажем 11 февраля в 10:00 кукольный спектакль «Золотой цыпленок». А на большой сцене мы показываем замечательную сказку «Как Настенька чуть кикиморой не стала». В воскресенье 12 февраля в малом зале будет кукольный спектакль «Колобок», а в 11:00 всеми полюбившаяся сказка «Дюймовочка». Насыщенной будет программа в преддверии Дня всех влюбленных. 11 февраля в 16:00 в Центре досуга молодежи «Юбилейный» это событие отметят ярким интерактивным мероприятием. Конкурсно-развлекательная программа «Мисс и мистер». В рамках этого концерта жюри будут оценивать 5 пар, из которых и выберут лучшую. Также 11 февраля, но уже в культурно-досуговом центре «Мир» в 15:00 можно будет посмотреть спектакль «Лунные рапсодии маленьких сердец». Но и это еще не все. 12 февраля в 15:00 состоится конкурсно-развлекательная программа «Суперпара». В ней будут участвовать ученики 15 и 8 школы. Это будут как традиционные такие испытания для ребят. В них будут входить интеллектуальные, спортивные состязания, а также и необычные конкурсы для него и для нее. По итогам вечера будут выявлены лучшие пары 2017 года.